озвучил Майкл Кинг. Дамы и господа, сегодня вечером мы будем щекотать ваши нервы в радиопостановке «Час мистических историй». Прошу всех свести шумы до минимума, так как все звуки пойдут в прямой эфир. Звуки должны идти только от наших актеров и от нашего звукооператора Мэлори. Ну разве она не чудо? Так и есть. Окей. Она закончила. Итак, друзья, оставайтесь на нашей волне. Шоу начинается через 5, 4, 3... Радио «Час мистических историй» представляет вторую часть постановки «Соседская дверь». Наш спонсор... Суп от Кэмпбелла. Суп от чашку одну. Ты попроси налить жену. В старом заброшенном доме Рекс стоял у окна, а Шейла в испуге забилась в угол. Снаружи лил проливной дождь. Ветер завывал. И слышались раскаты грома. О, Рекс, мне так страшно. Сомневаюсь, что мы выберемся отсюда. Он подошел к ней. Посмотри на меня, дорогуша. Мы выберемся, я обещаю. Он нагнулся и впервые поцеловал ее, как вдруг раздался стук в дверь. Рекс и Шейла застыли. Дверь со скрипом отворилась. Рекс направился в сторону двери. О, Рекс, будь осторожен. Ну, конечно, Шейла. Он толкнул дверь, но там никого не было. Все, что он услышал, это песни на ветру. Рекс захлопнул дверь, и все стихло. Извиняйте. Что это было, Рекс? Это была лишь песня, Шейла. С каким-то странным погромом под конец. Они вслушались вновь, но услышали лишь завывание ветра. Рекс был так напряжен, что мог слышать звук собственного сердца. Рекс, ты дрожишь? Шейла подошла к Рексу. Но ты просто уникум, Шейла. Но в тот момент послышались еще три стука в дверь, и она вновь распахнулась со скрипом. И опять заиграл этот жуткий мотив. Музыка вызывала у них смятение. Рекс не выдержал. Он силой захлопнул дверь и запер ее. Хлоп! Ну типа... Закрываю, она закрыта. Не хочу знать, что это было. Я тоже, Рекс. Все, что они слышали, был журчащий ручей позади дома. Буль-б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 уль. Но внезапно случилось невообразимое. Мужчина в маске верхом на слоне ворвался в комнату, разрушив пол дома. Спасем детей! Могучий слон взревел... А малыш-слоненок вбежал в комнату и взревел в ответ. Мама! Мужчина выстрелил, и пуля, попав в окно, срикошетила о чайник, потом о лампу, потом о стул, о перекладину, снова о лампу, потом упала на лестницу и катилась вниз по ступенькам все быстрее и быстрее, пока не упала в лужу воды.
Окей. О, лампа! О, мой глаз! Мое тело! О, высоко, на лестнице! Бум, ступеньки, 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 катится вниз по ступенькам, катится вниз по ступенькам, ступеньки, 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 ступеньки. Ты уволена. Перевел и озвучил Майкл Кинг по оригинальному скетчу Studio C. Больше прикольных видео в моей озвучке вы найдете на моем канале и в моей группе ВКонтакте. Все ссылки также есть в описании. Всем спасибо и всем хорошего дня!